Компания Carlsberg отправила меня в Штаты на встречу с Ларсом Ульрихом, барабанщиком Металлики. Мне очень хочется узнать его историю. Как по молодости он отправился в Америку и в итоге проделал путь длиною в 30 лет. Когда пару дней тому назад мы общались по телефону, я спросил, где мы могли бы встретиться, посидеть и поговорить. И вот мы здесь, в этом потрясающем месте. Почему ты выбрал именно это место? Почему? Почему именно здесь? Наверное, этот вопрос нам надо задать Carlsberg. Дело в том, что именно здесь я жил последние 10-15 лет. Да, Сан-Франциско находится вот там. Еще будучи мальчишкой, знал ли ты о том, что можешь поехать в Америку и покорить мир своей музыкой? Дело в том, что я всей душой любил музыку. В подвале моего датского дома я обустроил свою комнату. Там у меня стояли барабаны, хранилось несколько теннисных ракеток, там же стояли какие-то швабры. И мы представляли себя музыкантами Deep Purple и прочих групп, тех же Sweet и Slade, мечтали отправиться в Америку. Ты хотел осуществить свои мечты, но никто не мешал тебе в этом. Нет, никто, да я в иной роли себя и не представляю. Мы просто решили рискнуть, и для нас это было вполне нормально. Я был одиночкой, так же как Джеймс Хэтфилд и многие другие, кто жил в этом городе. Мы идеализировали группу тяжелого рока. Все началось для нас в Лос-Анджелесе в 81-м. В то время в Лос-Анджелесе, в Голливуде, в местных маленьких клубах выступали типично глэмовые группы, а мы на их фоне чувствовали себя какими-то отщепенцами. На первом месте тогда стоял имидж. Тогда как мы рассекали в кожанках и в грязных черных футболках и порой забывали о личной гигиене. Мы пошли совсем другим путем, играли жесткую музыку, которую никто не понимал. Под наши песни точно не потанцуешь, но это нас не расстраивало. Почему в конечном итоге ты перебрался в Сан-Франциско? Потому что местные более либеральные и по жизни более беззаботные. Поражала всеобщая открытость. Нам же хотелось сделать музыкальную карьеру, а не просто выпустить по альбомчику, мир посмотреть, пивка попить, да с девчонками потусить. Ничего даже близко. Нам было важно найти себя в творчестве. Нас вдохновляли многие группы, те же... Все эти группы из металлического подполья, очень близкие нам по духу. Стартовав в 82-83, мы начали выступать по клубам. Каково было создавать потрясающую для вас музыку? Вы же чувствовали, что это крутая музыка. Возможно, не понимали этого до конца, но все же чувствовали. Причем далеко не все понимали происходящее. Нам было очень одиноко на душе. Дело в том, что музыкальный бизнес живет согласно заданным клише. Четко обозначенный имидж, определенная для понимания музыка. Музыка должна быть коммерчески привлекательна, то есть отвечать вкусам слушателей. Но вместе с тем фирмы грамзаписи начали открывать для себя альтернативные музыкальные течения, независимые группы. И вдруг воротилы от музыки поняли, что многие фанаты любят музыку пожестче. И вот мы записали альбом, потом второй, затем тур по Европе, затем вышла наша третья пластинка, и о нас заговорили. Потом четвертый диск, а вдогонку еще и черный альбом. Пришло признание. У меня просто не было иного выбора. Мы шли вперед по зову сердца. Вполне сознательно, никак не поседы подростки 16, 17, 18 лет. Движимые одним импульсивным желанием тусить и наслаждаться компанией друг друга. Метнулся в омут с головой, а падая на дно, соображаешь, где и как приземлишься. Но в 25 лет об этом просто не задумываешься. Мы шли дальше, вот и все. А что-то анализировать, соображать начали только к 30-40 годам. Ну хватит уже изводить себя размышлениями. В
У каждого свое представление о том, кто такой Ларс Ульрих. И чтобы понять, кто я такой, стоит прислушаться к внутреннему голосу. Перевел и озвучил Дмитрий Домвочер-Брауэр, Рок-Архивы.